подписчики! Мы с вами на канале Болтушка Веселушка. А вот и моя игра. Что же здесь такого произошло за время моего отсутствия? Кажется, ничего особенного. Новые задания. Уровень 15. Так, продать что-нибудь. Это понятно. Улучшить зомбовыжималку. Где моя сладкая вата? Где моя сладкая вата? Я ее планирую улучшить. Вот. 3000 монет. Что может быть проще? Теперь она улучшенная. Так, а еще купить экипировку. Ой, ребята, гарпун модель 2. Клево, я ее покупаю. Кстати, ее можно поулучшать, но мы пока не будем на это тратить монет. А вообще нам надо продать что-нибудь. Так, разбить доспехи зомби. Зомби в доспехах. Крепкий орешек. Разбивать доспехи зомби. Вызов! Вау! У меня есть вызов! Теперь у меня есть вызов. Так, я должна принять вызов. Мне нужно что-то разбить. Я принимаю. Ой! Ха-ха! За один час! 5! Ой, ребята! Кажется, это будет весело. Так, смотрим. А если я заработаю одного зомби, спасу его, так сказать, то он засчитается, если он будет в доспехах. А, забираю зомби. Забираю зомби. Отлично. Так, мы идем вот сюда и, конечно же, кого-нибудь ставим. Вот, ой, подождите, может мне куда кого? О, здесь все занято. Ладно, по-моему, тут все и осталось. Все, продажа идет. А где мое испытание? Подождите, у меня было другое испытание. Собираю монеты, сначала получаешь мощность, потом ловишь зомби, потом получаешь монеты, собери больше монет. Нет, тут нечестно, у меня был другой вызов, это что такое? О-о-о, странно, мой вызов поменялся. Ладно, давайте его скорее принимать. Испытание открыто. Ну хорошо, хоть что-то открыто. Тем более у меня пока все собирается. Идемте собирать монеты. Не то зомби, не то монеты. Я вообще не пойму, что они от меня хотят. Так, ладно, модель 2. Представьте, у меня есть модель 1 и модель 2. Клево! Так, но я беру с собой сетемет. И иду, конечно же, ловить зомбачков. Идемте, идемте. Ой, моя шляпа, ребята! Ну что они хотят? Сначала получаешь мощность, потом ловишь... Да я помню про испытание, что вы мне будете рассказывать. Я вам шляпу купила, любуюсь ей, так сказать. Так, давайте посмотрим, как далеко мы можем зайти. О, смотрите, вот здесь мы можем поймать, в принципе, зомбачка. Пускай он поест что-нибудь, а мы его поймаем. И сверху проверим мощность. Ай-яй-яй! Есть! Ха-ха-ха! Получила, получила палу. Ого! 66 монет из 1800. Вы что, прикалываетесь? Эх, ладно, ладно. Так уж и быть. Что-то сейчас придумаю. А что я сейчас придумаю, непонятно. Так, надеюсь, что здесь нету оранжевого зомбачка. А то будет совсем уж плохо. А, нет, нет, нет. Только не это. Так. Эй, да это что такое? Это вот это неудача, ребята, вот это неудача вообще. А где мой зомбачок вот этот зелененький? Ой, может я его поймать успею? Так, заряжаем, заряжаем, сетемет, быстро. Есть, поймала? Ах, мне это совершенно не нравится. Из трех поймала одного. Разве такое мыслимо? Ладно, этих я уж точно не провороню. Итак, дорогие мои, а ну-ка выползайте, обоих поймаю. Так, есть, есть. Да что ж такое? Да что ж такое? Вот, одного поймала и второго, есть. Поймала двоих, правда, не с первой попытки, но явно разучилась ловить зомбачков. Разучилась, но я хочу продолжить охоту, да-да-да, именно так. Продолжу ее прямо немедленно. Кстати, погодите, а если я зайду, и тут у меня будут накапливаться монеты, они засчитаются в вызове или нет? Так, давайте посмотрим. А вот тут мне одного надо и второго, второго я дать не могу. Так, а здесь только одного могу дать. Во, вот здесь начинается. Ну-ка, монеты засчитываются. А здесь у меня что-нибудь происходит вообще или нет? А ну-ка, быстро давайте смотреть. Раз, два, три, монеты пошли. Нет, не происходит.
Монеты надо в уровнях зарабатывать. Да как же я заработаю столько в уровне? Это ж очень много. Ладно, иду. Эх, это мне совершенно не нравится. Приняла непонятный вызов. Лучше я прошлый бы приняла вызов. Он мне больше нравился. Так, ладно, поработаем над этими двумя зомбачками. Итак, идите сюда. Еще раз. Пробуем. Есть. А теперь раз. Отлично. Забрала зомбачков, забрала монеты. Все равно их мало. Мало дают монет. Это сколько уровней надо пройти, чтобы заработать такое количество монет? Это ужас просто. Так, тут у меня два. Я их и так поймаю. Я так думаю, по крайней мере. Я рассчитываю на это. Мозги оставили. Не свои, конечно. Есть. И с этим зомбачком. Давай. Есть. Разрушила. Супер, супер, супер. Смотрите, 266 монет. Мало. Тоже мало. Очень, очень и очень мало. Ладно, попытаюсь. Не... О, смотрите, какие они сильные. Ого, это за 2-4 раза надо. Не получается. Есть, а этого раз и два. Есть, получилось. Ребята, я поймала всех зомбачков. Вау, 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 вау. Ой, 25 нужно поймать полностью, чтобы получить все самое классное. Давайте подойдем и посмотрим, что я насобирала. Ладненько, хотя бы уровень удастся прокачать. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Так, здесь никого не заполнить, вот только здесь. Раз, два, три. Это все. Это все, зелененьких у меня нету. Ах, ребята, это сложно, это нереально сложно. Дорогие мои друзья, товарищи, надеюсь, что в этот раз мне опять повезет. А сегменты не использую только потому, что, честно говоря, я даже не знаю, было бы три зомбачка вместе, я бы его использовала. Так, ладно, где там этот малыш? О, вот это мне подходит. Я сразу монетки насобирала. Эй, да что ж такое, как же я не люблю этих птичек, у меня никогда не получается на них охотиться. Что такое? Она сейчас улетит от меня, вот это будет беда. Во, хорошо, забрала монетку, у меня уже, о, 432, неплохо, неплохо. Вот, вот здесь бы сигнеметик, правда, не очень легко будет этот сигнеметиком сработать. Ладно, поменяем оружие. Не получится один раз, значит не получится. Ой, зачем я этот сигнемет упустила? Да что ж такое? Ай, ну сменить оружие. Мама, мама, мочка, мамочка, мочка, нет. Зачем я его поменяла? Ай, как так? Ничего не получилось. Представляете, я не в ту сторону убежала. В общем, ничего сделала неправильно. Все сделала неправильно. Поймала только двух зомби из трех. Ну ничего, сейчас этого поймаем. Давай, вылазь. Я успею. О, он еще и топором. Вообще уже наглость. Ну ничего, я тебя поймаю, приятель. Да что ж такое. А теперь еще раз. Есть. Поймала, поймала. Так, монетки надо собрать. Так, отлично. Зеленый зомби мне как раз, кстати, и нужен был. А там еще одна монетка осталась. Нету. Нету. Была, была, была. Я точно помню, где моя монетка. Что это такое? Вау, я и не знала, ребята, что так с монетами происходит. Обидно до ужаса. Просто какой-то ужас. Ладно, вот здесь мы сейчас оставим эти мозги и уйдем подальше. О, отлично. Есть. О, смотрите. О, жалко, конечно, что я опустила одного зомбачка, иначе бы у меня была опять победа. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кого я все-таки могу выставить. Так, мне нужны большие деньги. Для этого я поставлю всех самых-самых-самых. О, вот сюда, отлично. Вот сюда. Ну все, больше некого ставить. Смотрите, еще чуть-чуть осталось, ребята, еще чуть-чуть. И я смогу перейти на следующий уровень. Может, мне что-нибудь такое эдакое откроется, будет супер. Ладно. Поехали дальше. У меня остался, по-моему, один сигнемет и больше ничего. Потому что я зря истратила два сигнемета, ребята. Очень даже зря. Так, кто у меня здесь ползает? Кто у меня здесь летает? О, смотрите, здесь ползает. Это очень хорошо. А вот здесь уже летает. Так, давайте мы ее встретим где-нибудь вот тут. Ого, она высоко поднялась вообще. Давай спускайся. Вот. Ай.
Да что ж такое? Эй, ты ж не улетай! Вот, собрали, здесь монетку собрали. И мощность, и все. Вот здесь опять мне нужен сигнемет. Я боюсь, что я просто неправильно все сделаю. Даже не знаю, как поступить. Убежать не успею. Оставлю здесь, а в другую сторону. А если я рискну? Итак, меняем оружие. У меня остался последний сигнемет. Уходим подальше. Два молота? Ребят, вы шутите? Есть! Смотрите, у меня получилось! О, какие классные ребята, мне нравится. Ну, а теперь можно, в принципе, сделать вот так. Оставить здесь и убежать. Здесь, наверное, простой же зомбачок будет. Да, я так и знала. Так, напрягаемся и собираем самое большое количество монет. Класс, еще чуть-чуть, я все-таки вспомню это задание. Ребят, это будет очень здорово, если у меня получится. Да, о, нет, вот это вот уже плохо, вот это плохо. Да, ну что ж такое. Так, есть, собираем. Да, есть, получилось. Еще и этого фиолетенького поймала, представляете, классно. А здесь кто? А здесь нечего делать, здесь у меня малыши. Давайте наберем мощность. И получим за нее побольше монеток. Смотрите, как здорово. Всех собрала. Я уже просто чувствую, что у меня уже все получается. И прокачать уровень получится. И исполнить все желания, которые мне там нужно было исполнить. В общем, собрать монеты. Вот. Я могу прокачать уровень, ребята. Я могу. Но для начала мне нужны... Нет, вначале я прокачаю уровень. Я же не знаю, какие у меня будут следующие задания. 16... Новый зомби, новый продукт, ребята. Какой толстачок. А что за продукт? Начни производство. Хорошо, я готова. И где он? Покажите мне его. Его надо купить. А за сколько? За 4000 с удовольствием. Смотрите. А что это? Это пирожное такое? Это крем-мороженое, ребята. Чувак, если бы я не знал, что она на 95% сделана из жира зомби, я бы мог поклясться, что это настоящее мороженое. Ладно. А как ты думаешь, из чего сделано это настоящее мороженое? Из жира зомби. Вы только посмотрите. Ну, зомбачок такой беленький, такой пузатенький, такой классненький. Клево. И всего один нужен, кстати. Кстати, ребята, всего один нужен, чтобы начать производство. Итак, продать 20 таких... 20. Ребята, как можно продать 20? Я вообще не понимаю. Да, ладно, будем пытаться продать товары и улучшить мощность. Мощность мы можем сразу улучшить. Вот, мы улучшаем мощность и идем дальше. Да, идем дальше, ведь у меня уже опять зомби обнаружены. Так, значит, сетимет мы уже не берем, берем транквилизатор. Ах, транквилизатор, помоги же мне сегодня, может, мы поймаем с тобой самого классного зомбачка на свете. Ну-ка, давайте посмотрим, что нас сегодня ждет. Так, тут два, тут четыре. Мне бы здесь сетиметика. Так, начнем, наверное, с двумя. Да, именно с двумя. Вот, наверное, сюда я закину удочку и убегу. Только не розовый. О, вау, есть! Ха-ха, я его поймала! Вы видели, какой пузатый? Он же бегает медленно! Класс, я еще и сделала вызов! Ребята, челлендж пройден! Вот это здорово! Так, друзья, но мне еще рано расслабляться. У меня тут, понимаешь ли, целая толпа зомбачков. Но здесь у меня прям беги, не хочу. Тут уже даже зомби нет. Классно, в эту сторону, наверное, и побежим. Здесь прямых дорог много. Мне очень нравится, например. Так, оставим вам здесь вкусняшечку. И бежим. Куда подальше? Отлично. Есть! И сразу двоих отдать! Класс. А вот здесь будет беда. Я прям чувствую, что будет беда. Вот честное слово. Вот четверых я еще ни разу не ловила. Это что такое? Это что такое вообще? Вы этого видели? Ай-яй-яй! Есть! Ого! Ничего себе! А что это было? Не понимаю.
А где этот зомби страшный, на Робин Гуда похожий? Ребята, пишите мне в комментарии, как вообще, как это возможно? Такого зомби мне никто не говорил, что возможно поймать. И вообще, откуда он взялся? И вроде бы я его не словила, а за него получила... Ой, я за него получила плутоний. Друзья, я жду ваших комментов. Что это за зомби? Расскажите мне, пожалуйста. А мы идем собирать плоды своего труда. Итак, ребята, честно говоря, мне нужно вот это продать вот это 40 штук вот этого товара. И мне для этого нужен еще один вот этот оранжевый, фиолетовый зомбачок. Так, а мне еще тут вот надо. Пускай работает. И вот тут одного надо. И вот тут троих. Ну и поставим одного сюда. И, конечно же, ребята, вот она сбылась мечта. Его будут крутить и отжимать. И я буду получать 10 монет за каждое пирожное. А почему так мало? Фу, тут 20, тут 18, а там всего 10. Прикалываетесь, да? Ну ладно, исполняю желание, значит, исполняю. Испытание пройдено, получить награду. Поздравляем, ты прошел испытание. Yes, yes, yes. Я прошла испытание, а что дальше? Раскрути невероятное колесо фортуны и получишь свою награду. О, колесо фортуны. Так, раз, два, три, четыре, пять. Что же попадется мне? Опять. О, два плутония. Это что, моя награда? Класс! Спасибо, что согласился испытать мухлёжную модель. Мега испытаний честного Рауля. Я думала, она называется суперэксклюзивной программой специальных испытаний. Я, неважно, не забудь заглянуть завтра, тебя будет ждать новое испытание. Понятно. Да, завтра еще очень много времени. Ладно, друзья, у меня есть еще одно важное безотлагательное дело. Мне нужно найти вот этого фиолетового сумасшедшего человечка. А для этого мне нужно, конечно же, искать зомбачков. Кстати, здесь есть освобождение. Давайте посмотрим. Я думала, мне попадется хоть один фиолетовый. Ладно, может быть, здесь попадется один фиолетовый. Тем более, я не использовала транквилизаторы. Пойдемте гулять и искать. Так, тут два, тут... Вот, кстати, там, где один, обычно фиолетовый попадается. Ладно, мы посмотрим. Да что ж такое? Что у меня все время с ней ничего не получается? О, отлично. Получилось заработать 11 монет. О, еще! Ай! Не стукнула. Эй, ты птичка, рыбка. А ну-ка, не стучи. Да что ж такое, промахиваюсь постоянно. Мне монеты нужны. У меня их не так уж и много, между прочим. Еще какая птичка выползет? Эй, а где же... Что уползла? Она выползла. Вот. Фух, я аж переживать стала. Думала, выползла и уползла, и все. Ладно, давайте мы попробуем все-таки так их как-то скооперироваться и словить обычных зомби. Эй, подруга, куда бежишь? Я тебя, между прочим, поймала вот так вот. А здесь один, одинешенек. Ладно, берем, уходим, далеко не уходим. Вот он. Есть! Ха-ха-ха! Поймала нужного мне зомбачка. Клево. Так. А сюда мы отправим остальных. Ну же, выползайте. Вот, он такой классненький. Он, за него вообще очень много монет дают. Он крутой, он просто потрясающий. Я опять поймала всех, абсолютно всех. Так, ну раз мне так серьезно ведет, давайте мы попробуем продолжить охоту, потому что, по-моему, как бы у меня есть еще одна такая возможность. Ну же, идемте. Неужели мне... О, смотрите, три, надо поменять оружие на транквилизаторы, может, мне повезет. И тут три, смотрите, ой, это сложный уровень, здесь один. Вот мы с одного, наверное, и начнем. Надеюсь, что он будет слабенький и беззащитненький. Вот мы вот так сделаем. А потом вылезем, да, он действительно слабенький и беззащитненький. О, мне нравится. Так, ну что ж, берем транквилизаторы, берем. Вот у меня 6 штук есть. И сейчас я хочу этих зомбачков поймать. По крайней мере, попытаться. У меня немного, в принципе, расстояния. С той стороны у меня, по-моему, тоже немного расстояния. Давайте посмотрим. А, с той стороны у меня вообще мало расстояния. Нет, с этой все-таки больше. Хотя, если будет этот фиолетовый зомбачок, мне...
не удастся вообще ничего сделать. Так, ладно. Мы поставим где-нибудь вот здесь. А сами спрячемся вот сюда. Пускай выползает. Я-я! О-о-о! Не получилось, ребята! О, как же я долго бегу! Давай! Да что ж такое? Да нет, мне так не нравится. Раз, два, три, четыре, пять. Ну же! И что, одного? Вы представляете? Этот просто мне мешал. Да он не мешал, мне реально мешал. Там транквилизаторы нигде не остались. Еще четыре штучки. Ладно, попробую еще раз. Он реально мне помешал. Опа, есть. Вот тебе на, получай, противник. А-а-а! Я вернулась, и мне тоже не повезло. Давайте вылазьте. У-ху! Йоу! Ай! Ай! Зачем же я этого пустила? Есть, с одним разобрались. А тот убегает. Я до него не долечу. Я слишком маленькая, слабенькая. У меня еще есть один, по-моему, транквилизатор, но я до него, по-моему, не долечу уже все. Спрятался, да. Неудачно последний раз сходила, честно говоря, не справилась с огромным количеством зомбачков. Но ничего, я не переживаю. Главное, что я набрала много. И что самое интересное, я могу поставить этих двух. Ха-ха! Вот это самое крутое. Правда, ребята, это не передать, как круто. Вот этот еще у меня будет выводиться. В смысле, ну вы поняли. Вот этих поставим. Вот этих поставим и вот этих поставим. Смотрите, друзья, у меня все, абсолютно все заняты. И еще осталось немножечко зомбачков. Ну что ж, я надеюсь, что у меня все-таки получится это сделать, перейти на 17 уровень. А вы же меня рады? Ну, напишите мне в комментариях, что рады. Вот напишите, ну вот честное слово. А я буду стараться еще больше. Если, конечно, вы не будете забывать подписываться, жать колокольчик и приходить на канал Болтушка-Веселушка.